Всем привет, с вами Ольга Сергеева, и вы на канале Кинотрафик. Главное событие киногода – Каннский кинофестиваль. В 2022 он проходил в мае. Настоящим любителям кино важно не пропустить лучшие фильмы. И в этом выпуске я расскажу вам о победителях. Поехали! В мае я успела снять видео лишь о жюри фестиваля и внеконкурсных фильмах. И, к сожалению, не успела с итоговым выпуском. Теперь, когда у нас уже появляется возможность познакомиться с самими фильмами-победителями, я все же решила подытожить и собрать все картины вместе, чтобы закрыть гештальт. Ведь лучше поздно, чем никогда. В 2022 году обладателем почетной золотой пальмовой ветви на 75-м Каннском кинофестивале стал американский актер, режиссер и продюсер Форест Уитакер за свою выдающуюся карьеру в кино, а также за активизм и в актуальных общемировых вопросах и гуманитарную деятельность. 34 года назад первое посещение Канн изменило мою судьбу и убедило меня в том, что я принял правильное решение посвятить себя поиску единства человечества через кино, прокомментировал свое награждение актер. В 1988 он был удостоен серебряной премии за лучшую мужскую роль в фильме Клинта Иствуда «Птаха» о знаменитом музыканте Чарльзе Паркере. Особую культовость обрел его образ в фильме Джима Джармуша «Пес-призрак. Путь самурая». Голливудская звезда мейнстрима Том Круз, который привез в Канны свое многострадальное детище сиквел «Топ Ган Мэверик», фильм, посвященный памяти его друга-режиссера Тони Скотта, сделавший актера знаменитым, был также удостоен почетной золотой ветви. Он играл главные роли в фильмах лучших режиссеров Америки последних 40 лет. Мартин Скорсезе, Сидни Поллок, Барри Левинсон, Стивен Спилберг, Оливер Стоун, Брайан де Пальма, Пол Томас Андерсон, Стэнли Кубрик работали с Томом Крузом. Жюри, о составе которого я подробно рассказывала в предыдущем видео о Каннском кинофестивале, присудило приз классику польского кино Ежи Скалимовскому за его фильм «Ия» о чистой душе серого ослика с грустными глазами, который встречает на своем пути хороших и плохих людей, испытывает радость и боль, оказывается в отчаянии, которое сменяет неожиданное умиротворение. Приз фестиваля также получил фильм «Восемь гор». Над ним работали режиссеры супруги Феликс Ван Грунинген и Шарлотта Ван дер Мейш, известные также по совместной работе над фильмом «Разомкнутый круг». Новый фильм снят по одноименному роману Паоло Каньетти. Это история дружбы через всю жизнь идущего по стопам отца, увлеченного альпинизмом, Пьетро, который проводит каждое лето в горах Аоста, и местного фермерского сына Бруно. Приз за лучший сценарий у фильма «Заговор в Каире» у шведского режиссера Тарика Салеха, работавшего ранее над сериалами «Мир Дикого Запада» и «Рэй Донован». В первый же день нового учебного года в престижном университете Каира великий имам умирает на глазах у своих студентов. Вслед за этим начинается яростная битва за его место. Цель претендентов – добиться избрания своего кандидата и получить контроль над религиозными институтами страны, а их методы – шпионаж, шантаж, убийство. Адам невольно становится пешкой в этой безжалостной игре. Сможет ли простой сын рыбака переиграть систему или станет ли ее жертвой? Премию за лучшую мужскую роль получает Сон Кан-хо, звезда недавнего призера Канн фильма «Паразиты». На этот раз он играет в драматическом роуд-муви под названием «Посредник» про нескольких людей с абсолютно разными целями, чьи судьбы свяжутся с нежелательным младенцем, которого оставили в бэби-боксе при монастыре. Эту картину снял также большой любимец Канн, японский режиссер Хирокадзу Кареэда. Премия за лучшую женскую роль у иранки Зары Амир Эбрахими за фильм шведского режиссера иранского происхождения Али Аббаси «Священный паук». Постановщик уже известен своей нашумевшей работой в 2018 году под названием «На границе миров». Новая картина основана на реальных событиях. Это история о семьянине, который решает очистить священный иранский город Мешхед от безнравственных падших женщин. Но после нескольких убийств он обнаруживает, что обществу нет никакого дела до его крестового похода. Большой приз жюри был присужден фильму «Звезды в полдень» яркой представительнице современного авторского кино Франции режиссеру Клер Дени.
В основу легла одноименная книга Денниса Джонсона, где действие разворачивается в 1986 в Никарагуа во времена гражданской войны. Между таинственным английским бизнесменом и своенравной американской журналисткой вспыхивает страстный роман. Втянутые в заговор, никому не доверяя, они пытаются бежать из страны. Большой приз жюри был также присужден и картине «Близко» молодого 30-летнего бельгийского режиссера Лукаса Донта. Она о внезапном прекращении крепкой дружбы двух 13-летних мальчиков Лео и Реми. Чтобы понять причину размолвки, Лео обращается за помощью к матери Реми, Софи. Лучшим режиссером в этом году стал знаменитый автор «Олдбоя» из Южной Кореи Пак Чхан Ук. Главный герой его фильма «Решение уйти» детектив приезжает в сельскую местность, чтобы расследовать убийство мужчины. Вскоре улики приводят его ко вдове убитого. Но возникают непреодолимые причины, которые серьезно помешают продвижению объективного расследования. Специальный приз в честь 75-летия Каннского кинофестиваля у братьев Дарден, одних из самых влиятельных современных европейских режиссеров из Бельгии. Они всегда лаконично и достоверно, почти документально рассказывают истории о простых маленьких людях с их проблемами и страхами. На фестивале был представлен их новый фильм «Тори и Лакита» о паре юных беженцев из Африки, которые отправляются на поиски лучшей жизни в Бельгию. А «Золотая пальмовая ветвь» Каннского международного кинофестиваля 2022 года была вручена шведскому режиссеру Роберту Эстлунду за его фильм «Треугольник печали». Кстати, в прошлый раз он получил приз за фильм, в названии которого также геометрическое понятие – «Квадрат». Это сатирическая комедия о буржуазном обществе в старых и добрых традициях Бунюэля и Феррери, про эдакий ковчег паноптикум архетипов. В Адриатическом море терпит крушение роскошная яхта русского миллиардера, ностальгирующего по своему пионерскому детству, под командованием капитана-американца-марксиста. А на ней проходила вечеринка с участием представителей высшего света и модной индустрии. Выжившим удается добраться до необитаемого острова. Среди гламурных моделей и богачей из списка Forbes оказывается простая уборщица, единственная, кто умеет ловить рыбу. Поздравляем победителей! А я, Ольга Сергеева, буду стараться рассказать вам о каждом фильме, который мы обсудим в киноклубе «Трафик». Надеюсь, что это поможет с вашим выбором фильма и лучшим пониманием просмотренной картины. А на этом у меня все. В следующих выпусках от «Кинотрафика» вы узнаете больше о достойных вашего внимания картинах. Не забудьте подписаться на наш канал «Кинотрафик» и поставить свой лайк, написать свой комментарий. Пока!